Работница может на судебочке. Паспорта у вас с какой пропиской? Авдеевская. Справки вы не брали? Фамилия? А можно абсолютно? Так. Потом войти. Ваши духи не перепутают. Семье положите. Мы очень благодарны МЧС за помощь в лечении больных лейкозом детей. Эта помощь очень существенное, так как лечение лейкозов, особенно у детей, требует большого количества компонентов и препаратов крови, а значит и большого количества доноров, которые не всегда могут предоставить родители этих деток. Поэтому, конечно, помощь сотрудников МЧС в этой ситуации очень поможет детям в лечении их сложных заболеваний. И мы бы хотели пожелать, чтобы такая помощь была регулярной и оказывалась как можно чаще.